они живут, божьи родители. У них даже собаки не лают. Женщины за мной. Будет у нас мирная делегация. Эй, жива душа, отзовися. Уполномоченный из району. Выходи быстрее. Влезай, не бойся. Кого боюсь? Тебя, что ли, боюсь? Есть указание произвести агитацию с вами. Расскажем вам про победы. Я вам кино покажу. Я вам спою. Сам знаешь, начальник, кино мы вашего не глядим, а про войну и слушать не желаем. Ну как же так, товарищ? Весь советский народ... Господь не велел убивать друг дружку. Вон там агитируйте, ежели приспичило. Они здесь бдение производят. У Бога просится, чтобы на фронт не идти. Возможно, это у них такие религиозные убеждения. Вот я и говорю. На чужом горбу в рай собираются. Да? Зинаида, пойдем афиши клеить. Иду. А вы здесь приготовьтесь. Сюда? Да. Давай, давай. Так. Хорошо. Добро пожаловать. Это хорошо. А у Веры Владимировны вон грим потек. А у меня аксельбант оторвался. Между прочим, есть и пить хочется. Да. Сбегай к колодцу, напейся. А там замок. А если я спою им что-нибудь веселое и завлекательное? Ну, валяй погромчее. По их непонятиям, есть пить из общего с нами им погано. Ай да парень, паренек, в этом парне виден порог. Такого нет, чтобы сделать он не мог. Он дом построить может, обед состряпать тоже. Вот, Вера Владимировна, покушать принесли. Ешьте и уходите!